день рождения маленькой Машеньки. Она первый раз была с мамой на концерте. И кроме того, получила в подарок куклу-негритенка, торт и воздушный шар. Мамочка, почему негритенок Том такой грустный? Ты же мне рассказывала про негров, как им плохо живется. Наверное, Тому плохо жилось. Правда, мамочка? Правда, Машенька. Вот ты и должна его теперь развеселить. Как его развеселить, мамочка? А, знаю, знаю. Я уже придумала. Вставайте! Сейчас мы устроим концерт для Тома. Он такой грустный, его надо развеселить. Никаких концертов сегодня не будет. Мамочка! Уже поздно. И тебе, и Тому пора спать. Никаких концертов сегодня не будет. Непременно разобьешься. Можно, детка, можно. Первым номером балет. Все матрешки перед вами. Сосчитайте только сами. Знаменитая королева воздуха, обезьянка Прыг-Прыг. Пожалуйста. Ha ha ha!
быков в Испании. А за что их там бьют? Я забыла спросить. А, наверное, чтоб не шалили. Теперь яблочко. Весел был бедняга Том в родном своем краю, и пел печальным голоском он песенку свою. Теперь у Маши он живет, доволен он и рад. Свою он песенку поет совсем на новый лад. Четыре, пять, шесть, семь. Мамочка, мамочка, все слоники целы, ни один не разбился. И Том, смотри, совсем-совсем веселый. Правда, мамочка? Правда, Машенька.